в бар, и там гуляли студенты, насколько я понял, Киево-Могилянской академии, потому что один из них начал орать: «За Могилянку! Трехкратное! Ура! 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 Ура!» Я же думаю, это же 5, да? Причем он кричал это так уверенно, что я думаю, его проеб не заметил никто, кроме меня, официанта, который стоял на баре и такой: «Я все понял, я наебу вас на все деньги». Дайте мне шанс. Да, и чувака можно понять, потому что, ну, смотрите, ну, за Могилянку, ура, ну течет как песня. Ты не будешь считать, сколько раз ты крикнул. Никто не крикнет ура больше, чем нужно в случае с... За Омский национальный университет цінних металів, сплавів, заліза та руди при Національній академії наук України. Бля, что хотел сказать, да? Чего все начиналось? Учебное заведение очень важно, очень важно. Так, к примеру, реальный факт. В Бельгии до 1970 года детям в школах давали пиво, потому что оно должно было способствовать иммунитету и креативному мышлению. То есть, по сути, Бельгия — это единственная страна в мире, где могла быть ситуация типа: «Так никаких мультиков, пока пиво не допьешь». И там ребенок такой: «Мам, меня вертолетит, пиздец, я не вывезу просто». И мать такая: «Бери пример с отца, бери пример с отца». И батя там: «Игорь, я буду рыгать». В маршрутке шедержався, в хате развезло просто. Просто капец.